Явка избирателей в первый день досрочного голосования почти 6%, сообщает ЦИК. Бюллетени, к слову, выдаются избирателям при предъявлении паспорта, идентификационной карты, студенческого или военного билетов, водительских прав, а также по служебному, пенсионному или инвалидному удостоверениям. Проголосовать можно с 12 до 19 часов. На 110 депутатских мест в Палате представителей, напомним, претендует 265 кандидатов, 92 из них – женщины. Самому молодому – 23 года, старшему – 66 лет. По новым тарифам цен для населения за тепловую энергию белорусы заплатят чуть больше 24 рублей за 1 гигакалорий. Сумма за природный газ будет зависеть от оборудования. В частности, за 1 куб выйдет от 20 до 60 копеек. Если установлены индивидуальные приборы, то за 1 квадратный метр в месяц платить придется 69 копеек в зимний период и 26 в летний. В Могилевской области увеличится число детских площадок. Запланировано строительство 74 сооружений. К слову, в минувшем году в регионе было возведено 83 парка. В 2023-м по инициативе депутатов в Бобруйске появились 10 современных спортивных и игровых площадок. Детский смех зазвучал во дворах Наурицкого, Парковой, Минской, Горелика, Крылова, Орджоникидзе, Ульяновской и по проспекту Строителей. В День защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси в Бобруйске пройдет митинг и возложение венков и цветов к памятнику танку на могиле генерала Бакарова и братской могиле воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Начало торжественной части – 11 часов на площади Ленина. Продолжается поэтапное обновление подвижного состава Бобруйского автобусного парка номер 2. В течение нынешнего года перевозчик должен получить еще 10 машин. Примерно столько же пассажирского транспорта запланировано к списанию. В рабочие дни на городские маршруты выходит чуть более 60 автобусов, в выходные – около 40. Городского транспорта достаточно, однако на предприятие требуются водители. В январе насчитывалось 57 вакансий.